Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня вам покажу, как установить зимний мод в GTA RMP, ну и в общем на Мазинке. Этот мод будет работать даже через лаунчер, поэтому если вы играете с лаунчера, то у вас все будет работать. Установка довольно-таки очень простая и несложная, поэтому смотрите видео от начала до конца. Я снимаю это видео специально для вас, потому что вы меня очень сильно просили записать это видео. Я давно вам обещал записать подобное видео, но постоянно отлаживал это. Но вы меня реально очень сильно просили, просто под каждым видео, грубо говоря, вы писали комментарии, как установить зимний мод, как ты сделал зиму там и так далее. Я надеюсь, вам это видео понравится и вы сможете спокойно установить зимний мод. Давайте постараемся на это видео набрать 200 лайков, набирайте 200 лайков, выходит новое видео по Амазингу. Также не забывайте, что игра на первом сервере, у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Амазинг или Play. Ну что, желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, первое, что вам нужно сделать, это просто перейти в описание, там будет ссылка на зимний мод. На Google Диск просто переходите по ссылке, и вас кидают, получается, на Google Диск. И здесь есть как бы две папки и один файл. Две папки — это вот именно сама зима, это гейм мод и GTA 3. И здесь также есть программа, называется на GTA Crazy. Через нее мы будем устанавливать зимний мод в GTA RMP. Итак, вот вы скачали все, что я вам сказал, и что вы делаете? Вот у вас есть две папки, GTA 3, гейм мод. Вы открываете гейм мод и нажимаете извлечь. Извлекаете просто на рабочий стол, чтобы вам было удобнее устанавливать. Все, пошел процесс извлечения, и у вас оно сейчас будет просто на рабочем столе. Это я вам говорю просто для удобства. Можете закинуть как бы этот файл куда хотите, чтобы вы потом просто его нашли. То же самое вы делаете, получается, GTA 3. Тоже открываете, нажимаете извлечь и выбираете просто рабочий стол. И у нас также идет извлечение файлов. Все, мы это сделали, теперь что вам нужно? Вот есть специальная программа GTA Crazy, вы ее открываете. И здесь вам нужно будет выбрать, получается, папку с игрой. Вот, нажимаете вот сюда именно. И здесь вы должны выбрать свою папку с игрой. Вот, заходите в мой компьютер, получается, и выбираете папку с игрой. У меня это диск C, выбираем папку Games. И вот у меня GTA Криминальная Россия. Открываем, и здесь будет у нас, получается, вот такая папка Models. Именно вот эта папка Models. И здесь, получается, у нас вот эти файлы, которые нам нужно открыть. Вот у нас здесь есть Game Mode и есть папка GTA 3. Давайте открываем, допустим, вот Game Mode. И нажимаем вот Edit. И здесь нужно выбрать именно вот это, добавить заменой. Просто нажимаете вот это и нажимаете рабочий стол. И здесь у вас, получается, есть папочка. Папочка Game Mode. И вы берете все эти файлы, выбираете. И вам нужно их как бы заменить. Да, файлов много, но выбрать нужно именно все файлы, чтобы у вас все хорошо работало. И просто вот нажимаете открыть. И у вас вот здесь, получается, идет замена файлов. Все, вы эти файлы заменили. Теперь вам нужно выбрать GTA 3. Так же самое нажимаете вот сюда. И выбираете вот GTA 3, открыть. Также нажимаете Edit, вот ADD, добавить заменой, то есть. И выбираете, получается, рабочий стол. И выбираете папку GTA 3. И здесь также есть файлы, которые вы должны все выбрать и заменить, чтобы у вас все работало хорошо. Нажимаете открыть, и файлы как бы заменили. Все, больше вам ничего делать не нужно. У вас зимний мод, получается, установлен. Теперь вы можете просто зайти, у вас на сервере будет просто зима, как и у меня. Я надеюсь, что я вам смог помочь. Давайте наберем на это видео много лайков. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу, подписывайтесь на мой инстаграм. Все, в принципе, есть в описании. Установка легкая, простая. Я вам все показал. Если будете делать все, как я показал, то у вас все будет работать. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.